В программе военного оркестра народные песни соседствуют с советскими шлягерами и фольклорными мотивами разных народов. Репертуар действительно разноплановый. Это здорово, на самом деле, выступление военного оркестра. В первую очередь направлено, конечно, на военнослужащих, ну и, соответственно, для гражданского населения, соответственно, для эстетического, культурного воспитания личного состава, ну и, соответственно, военно-патриотического. В составе оркестра 40 музыкантов, в том числе из Иркутской области. В основном это люди военные, гражданских немного, примерно треть коллектива. Стать участником оркестра непросто, требования к профессиональным и морально-деловым качествам высокие. Минимум это у него должно быть среднее специальное музыкальное образование. Также много в оркестре музыкантов с высшим образованием музыкальным, конечно же, они закончили консерваторию. Мы их вызываем на прослушивание, приглашаем их, ищем кадры в любых городах Сибири, а то и дальше. Ну и в том числе и в Новосибирске, конечно, в учебных заведениях. Приглашаем оттуда выпускников. Бас, баритон и два тенора делают программу еще более динамичной и разноплановой. Только пуля казака Сибирь догонит, только пуля казака с коня собьет. Артистов приняли на ура, ведь музыканты в военной форме сумели поднять и боевой дух, и настроение. Елена Милют, Владимир Селиванов, местное время.